Все, друзья, вот мы в Минске. Скоро встретимся с вами. До встречи. Фестиваль впервые тут проводится. А, значит ли это что-то новенькое будет в белорусской и российской, в том числе эстраде? Ну, я вообще считаю, что самые тонкие материи — это душевные материи, поэтому душевная песня, лирика, танцевальная и вообще музыка, она объединяет людей. И, конечно же, песня, как и мы сегодня, я надеюсь, споем вместе с большим-большим зрительным залом. И я уверен, это будет такое мощное единство. В Минске! Душевные песни! Стадион! Дворец спорта! Звезда продюсерского центра Ярослава Сумишевского и песни, которые следует, хочется подпевать на сцене! Алексей!